Здравствуйте, хотел вам рассказать о холодной сварке. Данный выглядит это вот так вот поставляется. Холодная сварка это абра, то есть эпоксидка вместе с алюминием, с алюминиевым порошком. Стывает, то есть я вот уже вскрывал, то есть использовал вот это вот непосредственно. Клей холодная сварка, он идет для металла с остальным наполнителем, предназначен для быстрого и надежного склеивания, ремонта, герметизации соединений, а также для восстановления утраченной фрагментации изделий из черных и цветных металлов, работающих при температуре от минус 60 до плюс 150, обеспечивает надежный ремонт в условиях повышенной влажности на влажных и замасленных поверхностях при низких температурах до 0 градусов при условии замешивания смеси в теплом помещении. Скажу, как я использовал. Время жизни примерно, когда отщипываешь, открываешь ее, отщипываешь и начинаешь, то есть, перемешивать, примерно 5-7 минут. Она постоянно начинает нагреваться. Что первое вам хочу сказать, у вас должны быть рядом вода, чтобы смочить непосредственно руки, чтобы она не приставала к рукам. Ну и непосредственно у кого чувствительная кожа, это касается девушек, если или женщины будут, там что-то нужно будет срочно отремонтировать, рекомендую мочить руки, то есть постоянно, чтобы руки были влажны, чтобы не прилипало, поэтому она будет нагреваться, она будет очень горячей казаться. Очень довольно быстро застывает. Уже за следующие 10, после вот 5-7 минут прошло, потом 10-15 минут, все, она уже, то есть как камень, ну как железо очень напоминает, да, становится, кажется, воздушной была, а потом уже как тяжелой. Застывает уже через примерно час, полтора максимум, можно уже обрабатывать хоть напильником, хоть точильным станком. Поддается обработке, то есть деталь смотрится как литая стальная. К сожалению, не открываю уже упаковку, чтобы дальше не портилось, потому что делал небольшую, так сказать, подделку, эксперимент обрабатывал, и не хотелось бы дальше, чтобы она портилась, потому что штука все-таки абровская, она очень качественная, дорогая довольно, вот этот, если не ошибаюсь, 130-150 рублей стоил. Поэтому довольно хорошая такая штука для срочного ремонта или, не знаю, вам какие-то эксклюзивные крючки домой захотелось, которые можно потом покрасить, просверлить, обработать. Рекомендую.